Привет. Я только что вернулась от доктора. Выгуливала я сегодня мою сумочку новую. Ну, вот в таком аутфите. Джинсы, морские босоножки, красный ремень от Оливия, джинсы, футболка и рубашка. Ну, это один из вариантов. Можно и по-другому. Но видео не об этом. У меня большая радость. В последние 2 дня я получила очень-очень много посылок, и я хочу поделиться с вами радостью. Я получила новые павлово-посадские платки. Я вам рассказывала в одном из видео уже, что я познакомилась с одной девочкой, ну, девушкой из Америки, Татьяной. Так вот, эти платки я получила от нее. Хочу вам сегодня их показать. Та-дам! Посмотрите, какая красота! Если я не ошибаюсь, это называется «Волшебный узор». Автор Белокур Наталья. Да. Это вот этот вот шерстяной платок, который с шелковой каймой. И кайма сделана вручную. Вот это вот. Так, как бы так, давайте я вам на своей рубашке покажу. Вот такая вот, с узлами она. Платок, конечно, обалденный. Посмотрите цвета. Боже мой, сбылась мечта идиота. Я так хотела этот платок, и вот я его получила. Еще раз вам покажу красоту. Так. Умещается? Умещается. Вот такой вот. Так, это первый. Далее. Второй платочек, он немножко попроще. Это именинница Фадеева Валерия, автор рисунка. Но это тоже, как это называется, чисто шерстяной набивной с шелковой бахромой. Но у него бахрома уже немножко сделана по-другому, она просто так, висюльками. Вот, вот, посмотрите, какой. Красота! Я так хотела в светлых тонах, в таких бежевых платки. И вот теперь я их получила. Сейчас я вам его покажу поближе. Вот такой, так, видно, не видно, как-то, может, с другой стороны. Вот такой вот красивый, раскрасивый. И у него здесь вот как-то, ну, как просновки. Вот видите, как полосы видно. По-моему, это называется просновки. Ну, я так думаю. Вот. Ну, очень красивый. О! Когда я получила посылку, я не ожидала, что внутри будет еще один. Еще один шелковый платочек. Но я не знаю, правда, как его. Так, так. Но все равно как. Вот такой вот. Тоже в бежевых тонах. Тут что-то, по-моему, орхидеи. Да, это орхидеи. Такой нежно-бежево-розовый. Какой-то жемчужный цвет. Необычный. Я так понимаю, что это тоже... Павлово-Посадский шелковый платочек, потому что они были вот упакованы, маленький шелковый был упакован вот в такой вот кулечек. Это Павлово-Посадская платочная мануфактура, а большие вот в такой вот, вот тоже. И еще подарочки. Моя соседка, подруга, была как раз у меня, когда я получила посылочку, увидела эти платки, побежала домой, сказала, что у нее есть тоже. И она мне хочет его подарить. Вот, та-дам, прибавилось у меня платочков с уточками. Это тоже, вот немецкие, я вам показывала, у меня есть такой один с цветами. Вот у него такие махрушки, или как это, бахромушки, вот... Вот, видите, не совсем такие, как у русских платков. Это тоже чистая шерсть. По качеству он такой же, вот как наши павлово-посадские. Очень тонкий-тонкий. Так, вот тут даже что-то... Так,
60 cents написано. Ну, это какая-то марка, не знаю я. Ну, вот такой вот красивый. Сейчас почитаем, что еще тут написано на этикетке. На этикетке написано «Кашмир с вискозной бахромой, 100% шерсть». Хант Дрюк. Вручную набит рисунок тоже. Ну, то есть принцип такой же, как у наших русских платков. Ну, вот такой вот. И вчера же я получила посылку. Или сегодня? Ой, я уже не помню. Нет, сегодня. Обманулась. Сегодня вот. Поэтому и созрело это видео. Это платок не Павлова-Посадский, но они, я так понимаю, украли рисунок у них. Это я заказала в eBay, чтобы посмотреть, что это за качество. Ну, как-то Павлова-Посадские настоящие платки шерстяные резать жалко. А этот вот, он 80% шерсть и 20% вискоза. Название на них не написано. Вот я вам покажу этикеточку. Вот такая вот, вот что-то такое. Цветочки тут. И вот стоит, господи, никак. Я не знаю, там, наверное, как-то не видно. Вот она прилеплена, эта этикетка, по-дурацки. И махрушки здесь, и... Ну, в общем, написано 80% шерсть и 20% вискоза. Я вам должна сказать, качество отменное. Я не знаю, как он будет себя вести после стирки, но я сейчас заказала на пробу один платок, посмотреть, об они хорошие или нехорошие, чтобы вот из них шить. Вот, я не знаю, там что-то такое, такое, или может там, я не знаю, юбочку, ну все равно. И размер у них, конечно, не такой, как у Павлова-Посадских платков, это 1,20 м на 1,20 м. Он стоит... Ну, я не помню, с пересылкой я заплатила, по-моему, $30, в евро это меньше. Ну вот, $30 с пересылкой из России. И была я на блошином рынке, и нашла я вот такую вот скатерть. Она мне напоминает тоже наши русские платки. Я не знаю, правда, зачем. Ну... Я так думаю, что с нее можно что-то тоже смастерить, куда-то использовать. Она выглядит, я не знаю даже, это как бы шелком вышито. Почти как ковровая техника такая, знаете, очень красивая. Ну, надо подумать, может куда-то в зимнюю одежду использовать, где-то прилепить. Ну, очень красиво. Итак, вот они, мои последние радости. Я не знаю, может быть, я на один день или на два пропаду. У нас перекрыли крышу на доме. Я как-нибудь выставлю видео, как это делалось. И у меня очень много работы сейчас. Я не знаю, будет ли у меня время, чтобы сделать какие-то видео. Ну, посмотрим. Может и получится. Ну, на этом прощаюсь. Пока. До следующих встреч.